Тысячи греков вышли во вторник на улицы Афин, протестуя против новой пенсионной реформы. Впервые после финансового кризиса текст не предусматривает сокращение пенсии. Но профсоюзы государственных служащих хотят возврата к докризисному режиму, гораздо более выгодному. Главное нововведение – поощрение тех, кто захочет работать дольше. Демонстранты с этим не согласны. 35 лет работы до выхода на пенсию. Вот что мне кажется логичным и жизнеспособным. Я учитель, и мне 58. Я работаю с 22 лет и смогу выйти на пенсию 62. Поэтому у нас в школе много пожилых учителей, которые зачастую уже чисто физически не справляются со своими обязанностями. Прежде всего, я думаю, что мы должны бороться за пенсию. Многие люди могут подумать, что можно и не выходить на пенсию, но это ошибка, потому что тогда Министерство труда сочтет, что и не нужно выплачивать пенсии, которые люди заслужили. По словам консервативного правительства, проект, за который в пятницу должен проголосовать парламент, направлен на обеспечение устойчивости системы к 2070 году. Оппозиции профсоюза обвиняют власти в попытке закрепить законодательным путем меры, которые страна согласовала с международными кредиторами. После периода жесткой экономии это первый закон о социальном обеспечении в Греции, который не предполагает снижение пенсий. Правительство говорит, что этот закон будет проверен на жизнеспособность в течение следующих десятилетий. Во вторник в Афинах остановился общественный транспорт. Конфедерация государственных служащих объявила суточную забастовку. Прекратили перевозку пассажиров и морские паромы.